Всем здорово, ребят. Ну что, как вы видите, мы очень часто на этом аккаунте, и на нем очень много трешечка, и сегодня тоже. АЭС сервер, честно говоря, иногда удивляет, особенно маньяки с этой гильдии. Кто играет на АЭС, обязательно вступайте. Топовая гильдия, веселые ребята. Асгард Рус, АЭС сервер, донаты, пишите Серёге. В телегу мы на аккаунте. Данные у вас есть на экране. Мы на аккаунте Андрюхи, и это просто жесть. Вы, наверное, будете в шоке с того, сколько здесь ресурсов за последнее время. В принципе, я показывал. Там 15 тысяч пыли, 32 карты. И сегодня у нас опять же трэш, поэтому поставили лайк. Такое вы не часто увидите, когда сливают около 100 тысяч рублей за пару кликов. Это просто жесть. Посмотрите, что у него опять делается на аккаунте. Вы видели, вчера на нем было 2.077, по-моему. Уже сегодня 2.97 плюс 20к. Это еще не потолок. Он дальше будет прокачиваться. 277 коробок, 12 опять карт. Ну, это все такое, да, там сундуки. Дофигища ресурсов. У нас сейчас расскажу вам, что мы будем делать сегодня. Пропало, а вот камни у него уже пошли опять в переизбыток. Смотрите внимательно судьбу аккаунта. Сотые, сотые, сотые. То есть, где максималки можно было докачать, уже все герои прокачаны, камешки пошли уже в плюс. Ну, на следующих, по сути, героев. Будут обзорчики, пишите, какие герои вы хотите увидеть. 15-е скиллы, интересные сборки. Здесь, кстати, неплохие. Я не знаю, вот единственный первый аккаунт, где я вижу очень много уклонений. Именно, сейчас покажу, 5-5. Так, снаряга. Давайте так забежим, так будет проще. Посмотрите созвездие. Уклонение. Уклонение. То есть с уклонами реально дофигища. И опять уклонение. В общем, ждите максимальных обзорчиков, думаю, будет интересно, мне самому интересно, потому что уклон падает реально фигово. Но это не все, поехали дальше, я покажу вам просто адскую настолку. Сейчас она x42, специально закинули сюда еще пакет, чтобы показать, как здесь падают плюхи. У него дофигища 42 тысячи камней за одну тычку, ребят. 126 карт. 126 карт за тычку. Но это еще не все. Посмотрите внимательно на пакет с самоцветами. 4000. Это если вы на него попадаете хотя бы один раз, вы можете получить 200к самов. Ну, я считаю, это вообще огонь. 200 тысяч самоцветов за один тык. Это просто жесть, ребят. Ну, на это надо еще попасть. Посмотрите на эти плюхи. 42 камешка. Надо просто... Это новая настолка сегодня вышла. И он тут уже позабирал. Вот, видите, за пазлики. 8 на 3 меняется. Но если попадаешь сюда, дают 42 сразу же. То есть, по сути, офигенно. Ну, поехали, попробуем. 8400 пэтснеков. Что с ними делать? Это на будущее уже будет копиться. Блин, ну рядом. Пипец. 200к самов. Это просто жесть, ребят. 42 камешка. Ну, я считаю, это топовая награда. Потому что здесь кроме этих камней, ну, по сути, на аккаунте уже больше ничего не надо. То есть ресурсов уже столько. Смотрите, переходим дальше. X43. 129 карт. Офигеть, да? Ну, ты скажете, это просто жесть. А, кстати, посмотрите, самоцветов 3784 стало меньше или что? Как-то странно. А ну, давайте еще разок. 43 камешка. Ну, блядь, ну нахера эти манки кристаллы? 3784. Так, пазлики, отлично.
Еще раз пазлы 44. А, нет, 3800. Или там 3600. 3600, наверное, было, я не увидел. Ну, AS-сервер. Я еще не проснулся толком. Вот посмотрите, какие плюхи можно получать. Ну, ему это все, по сути, нафиг не надо уже. А потому что, ну, я уже показывал, что тут делается в алтаре. Я сделал вам еще обзорчик этого аккаунта. Изменения буквально за дни. Я думаю, он скоро выйдет на топ-1 с таким темпом. Это просто пипец. У него дофигища. Вот проблема какая была, кстати. У него дофигища. Просто дофигища пропало камней из-за того, что вот вы видели, думаю, меня часто показывал у себя на аккаунте. Когда заходишь в акции и добираешь, у тебя пропадают плюхи с почты. И вот здесь у него почта была забита, пока он вот это все ролил. То есть вы представляете, 43 круга уже наролено. Пропадало дофигища камней. Ну, то есть напишем в ТП-шку, чтобы вернули. Потому что все-таки как-никак это задоненные плюхи и... Мне, по крайней мере, их восстанавливали на этом аккаунте. Я думаю, тоже их восстановят. Поехали дальше. Блин, ну Castle Clash 220 сундуков. Ну чё вы гоните, что ли? Блин, ну конечно, самый, он говорит, что самый реально сложнее всего. 200-ка самого почти, ребят. Блять, ну опять рядом. Не, ну это бан просто. Вот, я не знаю, что сказать. Вот X44, почти X45... Вот эти вот самоцветы, ну это как по мне разводняк. Ну просто на них попасть, ну это жесть. В общем, вот так вот, ребят. То есть, по сути, IGG давным-давно уже должны думать насчет, но это еще не весь трэш. Сейчас мы здесь что-то позабираем. Так, что по камням у него? 1400 камней в созвездии. Давайте заберем плюхи. Сейчас посмотрим. Ну вот, посмотрите, какие плюхи. Это за, по сути, мы за полтора круга забрали. 42 камешка новых. Все, а эти ушли в лимит. Это просто писец. Я офигею просто. 400, 133 камешка. И эти значки. Ребят, 18 тысяч пыли. Мы ее только слили за час, я слил 10 тысяч. И сегодня уже пыльцы, посмотрите, сколько на аккаунте. Опять 20к пыльцы. Ну это просто жесть. Она тоже уйдет в лимит. 45 тысяч снеков. Что с ними делать? Вот IGG, вот опять же, плюхи будут просто тупо пропадать. Это просто жесть. Посмотрите на питомцев. 39, 37. Просто 13, 15, 8. Я в шоке. 49 тысяч значков. Все, по сути, нифига ты больше не заберешь. Ты не сможешь ни открыть, нифига сделать. Потому что у тебя опять перелимит. Это просто жесть. Как по мне, это... Ну, IGG уже давным-давно должны были над этим подумать. Такс. Ну, 12 попыток есть у нас. Давайте посмотрим, что тут есть интересного. Хоть посмотрим, какие есть плюхи на Айсе. В принципе, можно забрать. Коробки заберем. Сейчас их пооткрываем. Карточка пятая. Кристаллики. Сделаем так. Ну, такое. Карт у нас 954. У нас и то это не максималка, ребят. Сейчас мы еще откроем сундучки. Ну вот посмотрите. Награды с настолки. Это просто какой-то космос. Ну, настолка это, наверное, одна из самых топовых на сегодня акций, под которую можно задонатить и получить дофигище плюх. Ну, конечно, если донатить, тут 100к улетело просто. То есть тут скуплен весь фактически рынок. Ну, он не забирал мелкие, он уже так брал. Просто мелкие не добирал эти паки. Тут уже с этим перелимит. Так, это у нас что? Это у нас собрано это. Вот, смотрите. Все основные большие пакеты забраны. И, соответственно, ну, еще и так добирались просто паки. То есть, помимо этого всего, это просто, блядь, это просто космос. Ну, по сути, здесь камней уже...
валом, то есть тут надо только ждать, чтобы развивали судьбу. Такс. Такс, 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 такс. Не туда захожу. Одна сумка огника, но это надо открыть. Один осколок. Ребят, опять карты копятся. Пишите, хотите карты, пооткрываем. Карты надо будет на аккаунте много чего поперекачивать еще. Блин, жесть. Просто, просто трэш. Ну, вот эти камни, вот они с почты попропадали у него. Давайте пооткрываем. Дополнительно еще вот эти, думаю, интересно будет пооткрывать сундуки, посмотреть, что здесь, сколько чего падает. Офигеть, посмотрите, сколько камней сыпет. Сменки, камни. Жесть. Но настолько, как видите, чем дальше донешь, тем больше будешь получать плюх. То есть ограничений нету. Единственное будет у вас ограничение, это плюхи на почте. Блядь, жесть, сколько всего. Сейчас посмотрим, сколько в итоге у нас карт получилось. Тысячу двести восемьдесят четыре карты. Это фактически за день, ребят. Это просто какой-то аут. 1500 437 133. Ну, 133 это считайте на 20 героев. А мы же еще не забрали, сейчас еще заберем, зайдем. Кстати, надо глянуть, что у него делается. У него еще скины надо докачать. Ну, тут по сути осталось по мелочи. У него не хватает питомцев. Я показывал этот аккаунт уже. Не хватает реально пэтов. С скинами тут тоже некоторых скинов не хватает. Но тут еще скины подокачивать вообще будет бомба. Так, ну вроде... Тут уже все. Так, идем на столочку. Вот посмотрите по расходникам. Но по сути тут уже нафиг не надо вот это все мелкое. Самое, что здесь надо, самое необходимое это... Давай. Вот эти вот камешки. Ну, 8 на 3 это потолок. Да, настолка, конечно, это космос. Ну, есть смысл закидывать под такую настолку. И, соответственно, получаешь дофигище плюх. Посмотрите, сколько мы сейчас еще камней. Ай, нам не хватает пазлов. Ну, надо, можно эти забрать. Этих камней тоже дофигище надо будет. Жестко. Нереально жестко. 143. Вот он так, походу, позабирал яйца и пропали плюхи с этого. Со склад. Ну, с почты. Махатма. А тут больше ничего такого нету. Так, что у нас сегодня? Тут дуэлянта за финку дают. Неплохо. Еще плюс 30 камней, считайте, добили. Что в итоге у нас получилось? 163 камешка осталось, 443, но это даже, кстати, маловато, потому что дальше, ну, пока будет судьба, я думаю, тут уже до того времени смысла дальше даже что-то покупать нету, потому что надо ждать новых героев в судьбе. 1284 карты созвездий. Как вам такое? 18 тысяч пыльцы. Вчера было 0.
Сегодня уже 18К. Это жестко. Это реально жестко. Ну, книги, расходники. Ну, по расходникам это просто писец. Разница доната, что когда-то донатили и сейчас. Просто космос. По героям, блядь, ну. В общем, ребят, пишите комменты. Ждите новых видосиков. Я думаю, скоро этот аккаунт будет в топе. Всем удачи. Всем пока.